Генеральная уборка в апреле – одна из традиций Железногорска, и субботник невозможно представить без участия горняцкого коллектива. За каждым цехом Михайловского ГОКа закреплен определенный участок в городе и подшефный памятник в районе, где работники градообразующего предприятия весной и осенью наводят порядок. Проводим закрепленную территорию, следим за чистотой бордюров, обочин, чтобы нашим жителям было приятно ходить, видеть наш труд, наши старания. Трудящиеся Михайловского ГУКа ответственно относятся к поддержанию чистоты на городских улицах, в скверах и парках. Горняки белят деревья, убирают мусор и прошлогоднюю листву на дорогах, тротуарах и газонах, делая Железногорск чистым и ухоженным. Но нам бы всем очень бы хотелось, чтобы наш город выглядел красиво. Он у нас красивый, молодой, замечательный. И все работники идут с большим удовольствием на такие субботники. Железногорск неоднократно признавался самым благоустроенным малым городом России. Заслуга горняков в этом неоспорима. До конца месяца все подразделения комбината и дочерние общества продолжат наводить порядок на закрепленных территориях, чтобы майские праздники город встретил во всей красе.